Рада приветствовать вас на своем канале. В сегодняшнем видеообзоре мы с вами поговорим о пряже от фирмы Alize. Это турецкая пряжа Kid Mohair или серия Kid Royal называется. Это мохеровая пряжа. В состав ее входит 60% мохера и 30% полиамида, то есть синтетических волокон. Пряжа довольно-таки тоненькая, ворсинистая, очень нежная, очень-очень-очень нежная. Красивые из нее вещи получаются. Вот посмотрите, в соотношении с моей рукой это как швейная ниточка, немножечко ворсинистая такая, очень приятная на ощупь. У меня в данном случае черный цвет, это даже, я бы сказала, очень-очень черный, насыщенный. Вот, в этой серии есть также очень красивые, благодаря полиамиду, насыщенные красивые акриловые цвета, то есть яркие, весенние, осенние. Пряжу эту можно использовать, в принципе, в любых назначениях. В соотношении она очень красиво подходит для вязания бактусов, разных палантинов, кофточек, кардиганов. Но единственное, что учитывайте, если вы вяжете крючком, то можно будет, в принципе, вязать и в одинарную ниточку, но крючок нужно брать очень тоненький, то есть единичку где-то. Но я бы вам посоветовала все-таки вязать в двойную нитку. Получается довольно-таки красиво как крючком, так и спицами именно в двойную ниточку. Вот. Кто вязал из этой что пряжи, обязательно делитесь в комментариях. В этой пряже 25 грамм, 250 метров моточки. Ну, довольно-таки, я считаю, мало. И, конечно же, соотношение цены и качества этой пряжи полностью соответствует. То есть, кто любит ворсинистую мохеровую ниточку, я ее рекомендую использовать, так как пользуюсь ей сама. Конечно же, хочу с вами поделиться отличной новостью. Мы открыли новый канал, поэтому ссылочку, конечно же, я оставлю под этим видео. Подписывайтесь, подписывайтесь на этот канал. Кто не подписан, будет много интересного, чего новенького. Вяжите вместе со мной. Всем ровных петелек, хорошего настроения. Пока-пока!